после того, как задержали моего подзащитного Ажиганова Михаила Михайловича, его доставили сначала в ОП-5, потом его переместили в ОП-7 на депутатскую, и когда я попытался к нему пройти как защитник, его имея на руках все юридические титулы и документы, позволяющие мне оказывать ему юридическую помощь, мне было отказано. В связи с этим я в этот же день отправил жалобу на действия сотрудников полиции, и пришел такой чудный ответ от начальника отдела полиции номер 7 о том, что плохому танцору что-то там мешает, то ли пол скотский, то ли штаны узкие. Почему-то они решили, что им нужна специальная комната, то ли специальная комната для защитника Григорова общаться с подзащитными, то ли вообще какая-то специальная комната. Ну, не могу взять в толк, потому что логика наших правоохранителей давно уже не поддается никакому здравомыслию. И вот эти действия, которые направлены на чинение препятствий подзащитному, они абсолютно не основаны на законе, ну и ни на какой логической основе. Я в дежурную часть не собирался проходить, проникать, если это режимный объект, если туда приказом каким-то для служебного пользования разрешено проходить только исключительно перечню лиц, но ничто не мешало обеспечить получение юридической помощи моему подзащитному в любом другом кабинете, вне дежурной части. Это не особо опасный преступник, которого необходимо содержать в наручниках, в усмирительной рубашке и в какой-то маске, подобно фильму про знаменитого Ганнибала Лектора. Здесь гражданин совершенно спокойно мог быть перемещен из дежурной части в любой другой кабинет и там обеспечить право на защиту. Даже исходя из этого эпизода, до того, как поместили подзащитного в ОП-7, до этого он находился в ОП-5. Его припроводили, доставили, задержали, будем сейчас разбираться, в ОП-5 на улице Декабрьских событий. И я туда, как защитник, совершенно свободно прошел и в дежурную часть, и в комнату для работы с административно задержанными, которая находилась в ОП-5.